1973 год. Обращение к нации. 4, 3, 2, 1. Сегодня началось масштабное наступление на нашу страну. Враг планировал застать нас врасплох во время судного дня. У них численное превосходство в 7 раз. Если они дойдут до конечной цели, то нас сотрут с лица земли. Проходите, коллеги. Так, к делу. Раньше все поддерживали меня. Вам звонит Генри Киссинджер. Помните, что я, во-первых, американец, во-вторых, госсекретарь и, в-третьих, еврей. Вы же помните, что в Израиле все читается справа налево. Эта поддержка дорого обойдется нашим гражданам. Если придется, мы будем сражаться одни. Мы попали в окружение. Вытаскивайте наших ребят. Это крайне рискованно. Если союзники бросят нас на произвол судьбы, живой я не дамся. Они выпустили ракету по Тель-Авиву. Что ж, я прятаться под столом не буду, но вы не стесняйтесь. Этот конфликт может иметь катастрофические последствия для всего мира. Я хорошо помню свое детство, как пряталась в погребе и дрожала от страха. Но я уже не та испуганная девочка. Вы не представляете, что вас ждет. Я все прекрасно понимаю. И я к этому готова. Голда. Судный день. В кино с 7 сентября.